Добрый день, мои дорогие друзья и партнеры. С вами Евгения Карасева. И я первым делом хочу сказать спасибо всей моей структуре, моей организации, которая в прошлом месяце, в июле месяце, во время пандемии, во время коронавируса, когда были закрыты основные офисы, когда люди не работали, смогла выполнить объем 50 тысяч долларов. Такого объема не было еще ни разу в моей организации. А о чем это говорит? Что продукция, которую вы несете людям, нужна в каждом доме. Что вы на правильном пути и на правильном месте. И я хочу еще раз сказать, поблагодарить каждого из вас за прекрасно отработанный месяц. Ведь сколько появилось у нас новых людей. В нашей структуре появилось за эти два последних месяца в моей личной структуре более 100 новых партнеров. И это просто классно. И еще я хочу поздравить каждого из вас, который поднялся немножко по своей ступеньке. Это очень важно. И я очень счастлива. И я хочу поблагодарить еще своих спонсоров, которые открыли мне путь в этот прекрасный мир ароматов, компанию «Дотерра». И как вы думаете, кто это? Это Игорь Лернер и Лена Леви. Это мои очень хорошие друзья, великолепные тренера, которыми я использую, слушаюсь каждый раз. И хочу всем вам пожелать здоровья и удачи. Да бережет всех вас Бог.